Всем привет! Вы слышите Алексея Менелика II Халецкого, который делает Эфиопию великой снова. 1610 год. Уже самолеты, подлодки, артиллерия. Так что я думаю, в принципе, у меня неплохо получается делать Эфиопию великой. Странно, что самолетик не долетает. Но если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше смотреть с самого начала, как постепенно Эфиопия становилась великой. И для этого есть ссылка в описании к этому видео, либо в правом верхнем углу она появлялась. Перейдите, посмотрите, оно того стоит. Напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Давайте посмотрим, как оно бахнет. Отлично бахает. Во вкладке «Сообщество», кстати, спасибо им за поддержку. Ну и надо тушпу захватывать, я думаю. Так, давайте, наверное, займемся этими кирасирами. Хочу разобраться уже, конечно, с персом. Тут хорошо, что он так вот сконцентрировал довольно много войск, и таким образом их уничтожу, захватив тушпу. А потом уже сюда пойду. Так, давайте мы тут потихоньку будем воровать и грабить. Так, пошли вот этот камень обрабатывать. Что у нас тут думает себе Франция вообще? Блин, у меня тут, кстати, корабль перса. Это не очень приятно. Продуктовый рынок построили. Может, мне тут линкор просто купить? Армаду линкоров. Подождите, а что они? Они потребляют, по-моему, уголь. Да. Три угля. Ну, блин, у меня весь уголь на электричество идет. Как-то жалко. Жалко, жалко уголь. Ладно, пошли в лабораторию. Ну, или сейчас этот каравал сейчас там грабить все будет. Это не очень приятно, честно говоря. Я понимаю, 6 еды, 8 производства. Это благодаря тому, что я демократию принял. Отлично приплыл, конечно. Ну как можно плыть ко мне этими катапультами? Ну, это какое-то прямо издевательство. Типа троллинг такой. Странный. Дальше, наверное, в ракетостроение. Так, и мне надо во всех городах поставить лабы строить. Где это возможно? Ага, тут стоит. Лаба. 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 Ну, шпиона, ладно, пускай уже достроит. И тут пригород пускай достроится. Все. По науке. Ну, в компьютерах мы вдвоем с Кхмером, то чтобы не затопило.
Так, ну этого мы самолетиком сейчас добьем. When you launch a rocket, you're not really flying that rocket. The Cold War is not thawing. Так, что тут? It is burning with a deadly heat. Уровень вражеских шпионов минус 2. Каждый ваш посол дает двойной эффект. Рок-группы. Я пока ничего не буду менять. Минус кирасир. По тушке огонь. По тушке огонь. По кирасиру огонь. Блин, что-то как-то... Фасадных юнитов как раз против катапульты нормально будет. О, какая-то уведомлялка по поводу Humankind пришла явно. Так, что у меня тут стоит? Чтоб шпионы быстрее. Ну, давайте в производственные эти, наконец. Да, отправляю. И надо в Вавилоне, конечно, до 6 добить. Наверное, тут высажусь. Караванчики. А я и не видел. Отлично. 320. Ну и куда это? О. Короче, решил везде собрать. Удары судьбы. Не, караван ничего не грабит, просто плавает. Хотя меня они караваны не могут разграбить. Я специально взял такое. В золотом веке штуку, что караваны не грабятся. Вестерос. Подождите. Но это же Вестерос, это же не... Не майянский город. По-моему, его норвежский всегда был. Странно. Ну что, статую свободы построить? Давайте вот здесь. Тогда, возможно, тут театральную... Хотя, с другой стороны, фига мне уже театральные. У меня тут уже все... Все, что нужно, сделано. Так, в Дессе мне интересно, я могу где-нибудь космопорт бахнуть? Могу. Кстати, ну я бы на месте Риса. Вот у Маската его забрал. И сразу выставил уже космопорт. Так. Порт завершен. Дальше поехали. Уран откроем. Как раз через танки. Что у нас там с учеными? Блин, надо, кстати, посмотреть мои... Блин, этот ученый, конечно, мне не очень нужен. افرحوا معي يا اصدقاء ف
Все это к этому Фесу. Он только стену поцарапал, и все. Лезет и лезет. Все, тушпа сейчас захватывается. Если я смогу туда пробежать. Давайте попробуем. Да, блин. Ну, типа, игра показывает, что я так захватываю, но это на самом деле, ну, нет. Не может быть такого, чтобы я так захватил. А, нет. Класс. Эту армию добить. Сохраняем. И, как ни странно, да, лояльности мне вполне хватает. Отлично. У меня будет тут плацдарм для дальнейшего захвата перса. Что мне в Лалибеле делать? Давайте инженера пока читать. Так, тут лаба готова. Королевское общество. Я бы, наверное, королевское общество, да. Чтобы быстрее все достраивалось. Это, кстати, опасно, но я добил, потому что бомбарды, вот эти все осадные юниты, они повышенный урон наносят этим морским юнитам. Ой, сейчас там на караванах персидских еще поднимусь. Так, это что тут такое? Совместная операция карательная персидско-французских войск. У нас союз. Да, союз с Колумбией закончен. Думаю, что-то мало производства. И экономически мы с ним заключаем. Ну. Это я понимаю. Вот это караваны. Так, с кем мне тут поторговать? Похоже, вот слоновая кость. А, теперь дайте слоновая кость, табак и кофе. Слоновая кость, кофе, да, а табак тоже надо, отлично. А, и что я ему могу дать? Чай, трюфеля, киты. Есть ли у него это дело? Так, трюфеля нету, чай нету, киты нету, отлично. Он, наверное, там будет дополнительные деньги просить, но я соглашусь. Это хорошее. 14 вход. Давайте, может, ему немного... 8 вход. Давайте 20. Нормально. Так... Давайте отправим в Пасаргады и буду перлюстрировать почту, чтобы повысить.
Пойдемте-ка вниз. Просто там, где лаба построена, лучше уже ставить их в специалистов, потому что за счет электричества еще больше. О, тут морская плотина нужна. Кстати, дайте я гляну по поводу. Вот тут, видите, будет. Ай, смысл мне как-то спасать эти клетки? Я думаю, никакого смысла. Все остальные, которые могли быть затоплены, я уже в свои границы добавил. Ну и все. Не-не. Никакого мира, Персия. Мы будем стоять до конца. Ну как, точнее, вы будете стоять до конца. Я планирую этот континент тоже сделать эфиопским. Уран, эсминец, авианосец. Так, что с ураном? Выглядит так, что его у меня нету. Вообще на карте 9 штук урана. Далеко. Далеко. Блин, как минимум 2 урана у Майя, нормально, да? Это 4-й, 5-й, 6-й. О, отлично. Есть. Все, так, тогда ладно. Сто 75 науки за каждый артефакт я, пожалуй, пропущу. А вот этого не могу почему-то пропустить, смотрите. Обязан нанимать. Озарение для 3 случайных технологий с эпохи атома. Ну, кстати, не так уж и плохо, но мне бы, конечно, хотелось... А тут вообще озарение для всех информационных. Мне бы хотелось на строительство космического корабля что-нибудь. Нормально, нормально. Пульта высадилась. Я просто офигею с этих армий, которые приплывают. Так, в Аксуме достроилась лаба. Ну, куда могла уплыть тут каравелла, фиг знает. Или он убился вообще об меня там. Так, ну, арту надо пододвигать. Начнем, наверное, с военного лагеря.
поселенца не захватываю, потому что он мне, во-первых, нафиг нужен, во-вторых, он мне тут не мешается никак. Я лучше буду военные юниты в первую очередь убивать. Технологии, не реализовать губернатора. И, наверное, обосновывается. Так, пошли в расщепление ядра. Потом, наверное, в спутники. Как больно. Целых минус одно со стены. Прям поцарапал город. Поцарапал город. Опять меня эти черные осуждают. Untutored courage is useless in the face of educated. Очередная лаба. Так, тут на науку. Ну, наверное... Какие у меня сейчас самые сейчас производственные города? Адис-Абеба 102. Харер 106. Дессе 150. Ну, в этих трех... Ну, понятно, в Дессе строится космопорт. То есть в Харере нужен космопорт. Наверное, давайте тут. И в Адис-Абебе нужен космопорт. Это вообще только одно место. Не буду апгрейдить. И что, я сейчас перс за это реликвию получил, да? За то, что я убил этот юнит. Хищение технологий. Давайте в нубию. Все караваны. Я у него куча, конечно, золота насобирал таким. Давайте поплывем тут, поможем против французских интервентов. Иллюстрация почты повышает
дипломатическую видимость и, соответственно, увеличивает силу против юнитов. Подлодку убили. Чё-то неожиданно, что больно будет. Ладно. Ущерб предотвращен. Мне эта дамба, кстати, уже несколько раз за игру очень неплохо сработала. Так, давайте в Аксуме. Проект Манхэттен проведем. Интересно, а когда вот генерального плана повышения появится? Ну что, где еще караванщики? Нету больше. Не, не должны вроде эту кавалерию мне там убить. А вот эту могут, наверное. Зря я так самонадеянно. Вербовка партизан. Давайте вербовку партизан. Так, какие у нас тут озарения всех технологий? 750. Да-да-да, инженера. Это отличный великий человек. Пригород завершен. Продуктовый рынок. Я не понимаю, что там Франция пытается сделать. Ух ты, а тут хмеры-то Швецию выносят. Что здорово. Гётеборг захвачен. Какая вообще-то армия? Так, дайте тут смотреть, что происходит. Армия у Швеции 323, у хмера 1400. Ну, конечно. Да ты надоел со своим миром, никакого мира. Блин, тут еще линкор приплыл. Антиохию убили. Смотрите, какой второй ход подряд тут стихийное бедствие опять предотвращено. NASA spent millions of dollars inventing the ballpoint pen so they could write in space. The Russians took a pencil. Так, ничего не ставим.
Вопрос у меня... Где мой алюминий? И есть ли он у меня вообще? Нормально. Ресурсов урана 9 на карте, алюминия 12. То есть не намного больше. А не, смотрите, есть вот алюминий, правда, он у Еревана. Так, я, по-моему, там как-то... Могу попробовать, чтобы он это обработал, сделать... Но мне не хочется тут нефть тратить, хотя у меня вон в плюс уже пошла. Плюс 2. Подводная лодка, линкор, уголь, да? А уголь у меня как раз уходит. Ну давайте подводную лодку, наверное, просто куплю. Армаду тут. Одну нефть вход будет тратить. Так, пошли к этому линкору. Видите, пушка, армия пушек просто ваншотает линкор. Это именно за счет того, что он... Блин, как-то я тут... Ну ладно, этих, по идее, не должны убить. Так, поселение СМИ точно не нужен. Разграбим веселье персам, чтобы не веселились. Так, хищение технологий. Союз с Кхмером закончился. Надо продолжить. Какие-то пушки майя аж допёрлись туда. Эти морской порт. Кстати, а мне не должны две подлодки дать? Потому что венецианский арсенал построен. Вроде должны были две дать.
Так, надо будет перебрасывать караваны, не забыть, в Дессе, в Харер и в Адисабебу. Сейчас еще глянем, как там остальные ребята по... Антиохию захватили, по победам идут. Так-то, конечно, у меня 628, но я долгое время отставал по науке. Кроме того, у нас тут 430 культуры у грека. Да, этого инженера забираем. Как там следующий? Следующий нафиг надо. Поехали искусственный спутник запускать. Тут стоим. Ну, куда? Вот я только приплыл подводной лодкой всех наказывать. Они куда-то уплыли все. Только я сделал армию подводных лодок, сразу рассосался весь флот Франции куда-то. Хотя, по идее, этот юнит не виден никому. Ну да, конечно, да. Как будто он не виден компьютеру, ага. Блин, я решил не ходить этими, не обстреливать артой, просто чтобы можно было и походить, а ходить-то некуда, у меня тут впереди. Зато может атаковать после перемещения взял. Тоже неплохо. Так, ну... Балх обречен, я думаю. Версии на производстве. Может, на родной территории снижает? Давайте я перекину его в космопорт. В Дессе. Космопорт тут нафиг надо. Даже не знаю. Все уже районы нафиг нужны. Все, что надо, построено. Так, вот тут где-то линкор. Это, к сожалению... Кого убили? Блин, доплыл там все-таки линкор. Right now, there are 31 satellites. Не хочу. Нифига мне эти флотоводцы уже.
Так, 4. Ну, давайте Вавилон добьем до конца. 722 науки. Просто следующий, он Нубия 300. А, нет, Майя 400. Слушайте, ну давайте глянем. Победы как-то... Ну, тут-то я уже впереди. Вот всего на 3 техи. По военной нет, по культурной точно нет. 39 городов. Ну, нет, тут это без шансов. И 7 из 20. О, да тут... Да тут как бы... Уже несколько чуваков запускает прямо. И Австралия ракетостроение, и Майя ракетостроение, и Колумбия. Так, а дальше? Спутники, а мониторы исследовала. Манса Муса тоже. Да. Слушайте, а тут гоночка, оказывается, нормально идет. Я-то думал... Я серьезно впереди, оказывается, нет. О! Вот что я буду строить. Энергия всегда нужна. Ну, мне кажется, этим скаутам хана. Скорее всего. Так, этого на свою территорию в Дессу. Интересно, а может утопнуть? Адмирал. Так, что-то не хочется мне вот этого и тоже скаута терять, так что где-нибудь отполечимся, постоим. О, давайте-ка мы вот этого торговца купим. Этот мне нравится. Давайте, может, писателя тоже. Ну, у меня просто столько веры. Апостолов я не хочу делать. Заодно очки эпохи. Сколько на следующая эпоха? 6 ходов. Ну, вообще, можем постараться. У нас тут великие люди. Вот 750 художник еще. Так, в нормальный век уже вышли. Я продолжу логистику, пожалуй. Я проверю, что у меня тут везде стоит. Фокус на науку. Ага, Анкабери тоже надо. Дес в Адуи стоит. В Маскате надо. В Алибеле нет. В Ольдии нет. В Насгаргаму нет. И тут на рост можно поставить. Хотя тут тоже тут сейчас построится пригород и надо будет расти. Так, продуктовый и канализация. То маловато жилья все равно. В Тушпе. Что, построим гавань? Нет, давайте рабочего пока. Ну, 12 ходов строится. Нормальненько. Сейчас, кстати, всю карту уже открою. Ну, запустив спутник. Как
Какой мир? Этот континент должен стать эфиопским. 9 обороны снимает. Господи. Вот почему нельзя прописать, наверное, компьютер? Он такой, предположим, как-то тяжело прочекать соотношение армий, да? Но ты приплываешь, стреляешь, и у тебя юнит просто царапает стены. Должно быть соображение, что надо видеть что-то не так тут. Или норм все. То есть, ну это же обычный, если юнит наносит один урон стенам, то он отступает до апгрейда там, например, как-нибудь так. Так, знаменитая эфиопская косметика от Элены Рубинштейн. Так, этого мы в контрразведку, в космопорт. Кстати, у меня художника только в одном... Только в столице, по-моему, я могу разместить шедевры художественные, да. Так что, наверное, художника я зря брал. Так, тут поехали. Тоже гранты. Так вот, по великим людям. Ну, кстати, это нормальный флотоводец. Какие-то кирасиры плывут от Майя. Это прикинь, сколько они плыли. Он же мне войну объявил. Надо приплыть. Так, тоже к персу, наверное, пока. В Тарс. Блин, все такое в пустыню застроено его этими уникальными. А, тут еще и монастыри. Это монастырь, это от армы, да? Стою пока тут. Я Балх не могу захватить без обстрела артой. Плотина. Да, сейчас мы плотину ему тут взорвем. Блин, у меня, по-моему, впервые в игре скаут реально прошел все стадии от скаута до спецназа. Причем я его последовательно апал во все. Следующим ходом можно будет начать атомки строить. В связи с этим мне, наверное,
Надо все-таки дальнюю связь открыть, чтобы атомки можно было бросать. Как я без атомки вообще закончу партию? Вообще бессмысленно. Нет, нет, Перикл, ты так слишком красивый, чтобы тебе еще помаду давать. Да у меня тут, блин, и денег дофига, и веры дофига. Никаких великих людей. О, Везувий. Искусственный спутник. 4 очка. The single biggest problem in communication. Да не, не буду предлагать. Кстати, а когда у меня закончится? Через 3 хода кризис против меня. Так, ну мне надо подлодки проапгрейдить. Давайте, наверное, так сделаю. Хотя я могу просто еще купить подлодок. Даже, кстати, не обязательно их грейдить. Потому что атомные подводные лодки не требуют нефти. Вообще никакого содержания не требуют, в отличие от первых подводных лодок. Поэтому давайте, наверное, в Лалибели куплю. Я, наверное, обычные. Даже не корпуса. Тут куплю. И тут куплю. Тут же есть морской? Нет, тут нету. А, тогда в Лалибели. Две атомных подводных лодки. Достаточно. Теперь... Лунная экспедиция пока. Тут пускай достроятся космопорты. Хорошо, тогда как у меня следующий по производству? Аксум. Ну давайте в Аксуме ядерку. All the girls in the world. Пыдыщ. Ну а что он там бегать будет? Мне с ним нечего делать. Так. Тут я дамбу хотел расфигачить. Ну вот, видна вся карта. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, Кхмер хорошо расселился вообще. Даже Гетеборг отжал. Простите, а может Вестерос это как раз шведский город? Наверное, шведский город был Вестерос, да. И его... Ну тут вот этот город, скорее всего, не захватила Майя, а по лояльности он отвалился. У них там хорошие, по-моему, отношения. Да, они даже в союзе. Так вообще Кхмер отлично расселился. У Франции тут проблемы с территорией была. Видите, тут горы какие-то. Перс полностью свой континент тоже. У него такой же континент, как у меня, но, ну, в смысле, по размеру. Но по качеству территории у меня получше, конечно. Колумбия вот странно как бы тут поселилась, а туда вверх не пошла. Только недавно вот эти города явно поставлены. Турция вообще тут зажата. Не знаю, был ли какой-то один из этих городов турецким, не знаю. Видите, как территория... Турции тут перешла почему-то.
Ну и грек отлично расселился. У Австралии слабовато. Всего 4 города и все. И он сидел тут всю игру с 4 городами. Так, посла никуда не буду. Сколько ходов осталось? 4 и 3 очка, да? Ну, я думаю, что я на великих людях в любом случае смогу набить. Он мне флотоводец следующим ходом уже будет. Я думаю, не проблема. Но проблема. Купим верфь. Морской порт построим. Ух, ух. Ай, ауч. Ну, тут когда-нибудь убили бы этого скаута, к сожалению. Просто думал следующим ходом попытаться разграбить территорию. Так, что там за кризис? Наверное, за Антиохию. А, не, религиозная агрессия. Там, видимо... Самый крупный город стоит 25 жителей. Это означает, что Колумбия обратила чужой священный город в свою религию. Так, давайте я поставлю эту карточку на 15% к космической гонке. Так, теперь что у нас с Балхом? Так. Так. Красота, блин. Две армии арты просто разносят все в щент. Что, я могу я захватить вообще этот город? По-моему, чуть-чуть не хватает. А если каравеллы проатакую? Ну, мне эта каравелла не нужна уже, я ее не буду апгрейдить. Отлично. Да, ну тут очень низкий, конечно, будет. Низкая лояльность. Наверное, давайте сюда Виктора хотя бы. Минус 5. Виктор будет выдавать. Ну, блин, Саргады тяжело. Тарс тоже тяжело. Но я не могу захватить, на самом деле, Перса. Ну, вообще, хотя атомка... С атомкой как раз захвачу. С атомкой все возможно. И мне надо бы его вот эти линкоры прорядить. Да не нафиг мне этой катапультой заниматься. У нас вон тут есть линкор. Так, берем флотоводец. Две случайных технологии открывает, нормально. Это нафиг надо было, кстати, и это нафиг надо. Две, это две, хотя системы наведения... А он вообще их открывает, он прям открывает, нет, это круто. Это тогда круто. Я бы дальше пошел в робота. И мне одно очко осталось. В общем-то, 3 хода и 1 очко до золотого века. Нормально.
Не, пушками уже тут... Пушки надо апгрейдить. Давайте-ка, наверное, колонну транспортного снабжения. Ускоряет лечение и перемещение юнитов. Да, нормально так перса мы валяем. И надо опять следить, что там с научной гонкой. Нет, нет, не умирай, отлично, выжил. Кавалерия выжила. Блин, ну там армию арты мне покоцало. Мне, кстати, можно самолет в тушпу перебросить. Или не долетит. Еще можно тут авианосец купить. Наверное, этого инженера я пропущу. Ну, довольствие же, ну нафиг. Мне что-нибудь бы на... Хотя тут эти ребята очень не скоро его возьмут. Ну, мне что-нибудь бы на озарение всех технологий информационной эры. А у меня много тут вообще технологий информационной эры-то осталось. Это я следующим ходом открою. И три без озарения. И то вот этот я открою, скорее всего, еще до того, как получу. Ну, или нет, я следующим ходом получу. То есть ради... Да, тоже, наверное, нафиг надо брать. По моему скромному мнению. О, так тут уже апгрейд есть. Ну-ка. Правда, они нефть будут требовать. А, ну эти тоже и так требуют нефть. Да, надо апать. Эти, конечно, помощнее штуки. Отойду, иначе меня там убьют. Приметная рота. Лечимся. Лечимся. Ну, чтобы быстрее тут лечилось. Блин, тут еще какой-то посел. Это... Пушку я лучше каравеллой. Как раз. О нет, катапульта. Нет, только не катапультой. Почему меня Франция троллит? Расскажите. Приплывает катапультами. Майя, блин, пушкой. Ну ладно, пушки я только сам недавно открыл. Куда можно апнуть пушки. Так что это еще... Простительно. А вот катапульты непростительно. Дайте, наверное, в Харере тоже ядерку. Я думаю, две ядерки успокоить перса будет выше крыши. Так, сколько ходов? Два. Но мне следующим ходом надо как-то кто мне там войну объявил? Нет, мне это ничего не надо. О, я выполняю кризис. А, мне, кстати, за кризис сейчас дадут то, что я выжил. Мне сейчас за кризис дадут очки, так что. Лунную программу выполнил. Эфиопия первая на Луне, кстати, по секретным документам, если вы не знали. Современный танк. Ну, вот это можно поставить. Я думаю, что можно уже соседство... Ну, короче, все на веру можно убирать. Ставлю плюс 5% науки и
электронную коммерцию. Вот так. 829 науки. Отличненько. Так, следующим ходом атомка будет. Боже, пушка приплыла, чтобы умереть. Целый расчет пушки приплыл, чтобы сдохнуть просто. Фиг знает откуда причем. Гениальный план. Надежный, как швейцарские часы. Так, я бы здесь сейчас... Сколько у нас ходов он еще держится? Нормально. Я бы тут купил танчик современный. Я думаю, это круто. Так, и вот тут у нас какие-то, понимаешь, линкоры обижают моих ребят. А клеточка не замедлила прилететь. Давайте к Майе, там и губернатора можно убрать, и техи похитить. О, смотрите, это все благодаря мне, потому что разрушил дамбу. Экспедиция закончена. А, я еще не открыл, кстати, зап... Ну, можно отложить... Хотя... Блин. Ну, с там по великим людям. С другой стороны, что мне тут еще делать? Риск Гранд 2... Ну, я отложу тут, короче. Так, у Лалибели давайте торговца. Все остальное у нас путем. Глобализация, мне в синтетическую технократию, пожалуйста, и конец хода. Так, сейчас будет ядерка. Сейчас ядерка будет. Воу-воу-воу. Куда бы ее бросить? Это вот сюда надо бросать. В Тарс, мне кажется. Блин, 6 монет. У меня ядерное оружие. У меня ядерные, блин, атомные подводные лодки плавают. А он с меня 6 монет требует. Говорит, дай 6, да, такой гопник, бомж. Да, тебя кризис выполнил. Так, теперь колонию на Марсе можно запустить. Так, первых берем, пусть паровая машина нафиг надо. Я бы под охраной лжи с одной стороны взял. К оружию, зачем мне к оружию? Я все так юниты за веру покупаю. Колония на Марсе, 4 хода. Так, роботов откроем, да?
Ну и летит атомка. Причем я до Тарса добегаю, и мне надо будет его захватить. Давайте отсюда. Ух, красота. Так, давайте подумаем, какое место. А вот эта дамба от какого города? От Тарса. Блин, я бы дамбу, кстати, не рушил. Как и Колизей, лучше бы не рушил. Мне, наверное, надо вот сюда. А-а-а, красиво. Полетела атомка. И Тарс мы сейчас захватим. Или неужели не добежит? Да нет, должен. Показывал же, что добегает. Да не может быть. Да ладно. Я хотел захватить Тарс. Мне не дают. Это нечестно. Ну ладно, тогда это уже в следующей серии будет. Спасибо, что смотрите. Напоминаю, спонсоры канала могут уже прямо сейчас продолжение посмотреть во вкладке сообщества. Всем остальным до завтра. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!